Я в прямом эфире, Саш, пожалуйста. Саш. Всем здрасте, здрасте. Мы делаем одну коробку Tops Finest. Всем удачи. Одна коробка Tops Finest Champions League 2018-19. Начнем, поснем, и все смогут тогда увидеть, когда уже увидят. Всем удачи, всем удачи. Девять ноль два. Погнали, всем удачи. Мини-бокс номер один, коробка одна единственная. Так, сейчас 2 секунды. Я проверю, если все правильно делаю. Так. Наша коробка у нас. Да, одна коробка. Окей, одна коробка Tops Finest. Вот все команды ваши. Мы делаем здесь giveaway. Это у нас на Пирло. Кстати, покажу ли что ли Пирло. Где же он? Делаем пилока giveaway у нас идет на все, пока у нас 5 брейков. Finest, Afi, Showcase, Museum и Afi. Это у нас пока 5 брейков, которые все, кто, по-моему, не помню честно детали. Все участники при оплате получают... Окей, то есть, если один раз вы вступили в брейк, оплатили PayPal, получаете место на Пирло. Сам уже, честно, забыл, что мы там делали. Пирло в игре использовался эта футболка его. Так что вот так вот. Если вы оплачиваете PayPal, вступаете в брейк, то одно место. Окей, погнали. Finest, одна коробка, всем удачи. Я сам придумывал и сам забыл. Киллиан Мбаппе, ПСЖ. И фиолетовый у нас идет 20 из 250. Томас Мюллер для Баварии. Сейчас 2 секундочки. 2 секундочки. Одну вещь поправлю. Сейчас. Сейчас. Так.
Окей. Так, Бавария у нас. Бавария у нас это Маугли. Маугли с Мюллером. Дальше у нас Дрис Мертенс. Зеленая. 2/99. Опять для Баварии. Роберт Левандовски. Маугли опять. Так, вот наш автограф, по-моему, здесь. А, нет. Это просто за мной вперед. А, Хенри Онекуру и Пулисик. Гарри Кейн и Алексей Миранчук для Локомотива. Что, Месси не оставляю? $700 нужно. Честно. 150 200, из 250 на Миранчуке. Он крутой, конечно, но $700 не помешает сейчас. Удачи, удачи всем на автографе. Удачи, удачи. Автограф у нас идет для Джесси Лингард. Неплохо, неплохо. Джесси Лингард для Манчестер Юнайтеда. Манчестер Юнайтед Йош. Поздравляю, Йош. Неплохой Лингард. Ай, что-то я напустил. Золотая. Так, здесь у нас Артуро Видаль. Саш, мы здесь базу отправляем или нет? Не подскажешь. Синяя 7/150. Тони Круз. Базу положить? Окей. 7/150. Тони Круз. Мо Сала и Муса Марига. Марко Верати из 168/250. Рут Вормер для Бруш. Это Дим. Пожалуйста. Поздравляем с Лингардом. Так, а что у нас здесь? Два автографа, что ли? Не понял. А, это золотая. Окей. Значит, сначала делаем золотую. Удачи, удачи. Энтони Маршал, Корнерстоунс и золотая 18/50. Рони Лопес для Монако. А yes, Монако это Нордек. Поздравляю. И авто. Автограф, автограф у нас прямо так вот пойдет. Всем удачи. Автограф у нас идет для 177, вау, из 399. Лукас Мора для Тоттенхэма. Тоже неплохие два автографа. А Тоттенхэм здесь у нас это Вердер. 400 автографов у него, ничего себе. Это только база. Кошмар. А, значит, автографы Лукас Мора из 399 и база Лингард. Скорее всего, больше, чем 400 у него. А потом пронумерованные. Так, так. И вот так. Из 250 фиолетовый у нас Вормер, Миранчук и Мюллер. Из 150 Тони Круз. Из 99 Роберто Левандовский, Рони Лопес из 50. Дальше здесь у нас все инсерты. И тоже отправляем базу. Вот вся база тоже пойдет. Окей. Все, спасибо. На сегодня все. Аficionado будет во вторник. Во вторник откроем. Сори опять за опоздание. Заработался. Совсем забыл заказать.
Так что будет во вторник. Во вторник я открою. Всем спасибо.